Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Альтопрофиль. Меня зовут Даниил, и сегодня я расскажу вам, как вы можете оригинально отделать дверные оконные проемы, а также углы вашего загородного дома. Помимо этого, мы немножко поговорим про материал, которым отделан этот замечательный дом. Ну что ж, поехали! Самым сложным в отделке здания является обрамление оконных и дверных проемов. Именно там зачастую бывают какие-то подрезки, неудобные сочленения и прочее. У нас есть для этого решение Альтодекор. Это система наличников и откосов для того, чтобы все смотрелось красиво, органично и хорошо. В Альтодекор входят как наличники, так и откосы. Вы можете использовать их совместно, как у нас здесь на этом здании. Также вы можете использовать как наличники, так и откосы отдельно друг от друга. Помимо этого, этой системой вы можете обрамлять какие-то выступающие части здания, что также придает ему интересный контраст. Есть разная глубина дверного или оконного проема, и не всегда длины наличника хватает, чтобы закрыть это пространство. Специально для этого у нас есть доборный элемент, который удлиняет это пространство. Вы можете сколько угодно вставить их между собой, и тогда вы закроете любую глубину. И изначально весь старт начинается именно с этого элемента. Вы устанавливаете специальную планку для отделки откосов, после нее вы вставляете удлинитель откоса в эту планочку. Только после этого вы устанавливаете сам откос. И также замечательно в пазы вставляете его между собой. После того, как вы его вставили, я имею в виду откос, вы крепите его в перфорацию на обрешетку уже с этой стороны. И завершающим элементом является сам наличник, если, конечно, вы его используете. И он замечательно у вас вставляется в паз откоса. Все. Вся система готова. И уже наличник вы закрепляете в перфорацию. И у вас получается вот такой вот замечательный отделанный элемент конкретно на дверном проеме гаража. В коллекции Альтодекор у нас есть система отделки углов. Ее особенность в том, что она подходит под любой отделочный материал. Неважно, что это сайдинг, фасадные панели, даже под декоративную штукатурку вы можете использовать эту систему. Суть достаточно проста. Вот вы видите, как на углу она уже смонтирована. Сейчас я расскажу вам, из чего же она состоит. Система отделки углов состоит из крепежной основы и отделочных элементов, которые уже крепятся на нее. Все начинается с крепежной основы, которая устанавливается на угол здания. А после этого у нас вставляются сами отделочные элементы в крепежные пазы. Вот таким образом они у нас защелкиваются. Но очень важно иметь в виду, что отделочные элементы устанавливаются в крепежную основу только один раз. То есть, если вы его защелкнете, то достать его уже будет очень проблематично. Поэтому заранее выбирайте, как отделочные элементы у вас будут устанавливаться на крепежной основе. При этом более 300 комбинаций существует, как вы можете располагать отделочные элементы на самой крепежной основе. Вот здесь вы видите, как у нас один из вариантов представлен. Далее вашей фантазии уже не будет предела, и вы можете выставлять их так, как вам интересно и удобно. У крепежной основы есть такой элемент, как монтажная полка. Он необходим для того, чтобы вы могли использовать систему отделки углов с толстыми фасадными панелями. Работает это так. Монтажную полку вы загибаете за крепежное отверстие с самой крепежной основы, и у вас получается более широкий зазор, куда уже вы можете вставлять фасадные панели большой толщины. Но если вы используете ее, например, сайдингом, и в ней нет никакой необходимости, вы просто ее срезаете болгаркой и все, используете просто крепежную основу отдельно.
Цоколь здания обшит коллекцией туф. Одним из самых главных преимуществ является то, что панели окрашены с помощью уникального 3D-окраса. За счет этого окраса вы можете видеть под разными углами разную фактуру панели, что во многом преображает дом. Также высота панели соответствует среднестатистической высоте цоколя. Это говорит о том, что вам не нужно будет искусственно занижать или завышать высоту цоколя, чтобы соблюсти стандартную высоту панели. Здесь же вы можете обшивать одним рядом панелей весь цоколь, как у нас как раз и представлено. Помимо этого, панель обладает теми же самыми прочностными характеристиками, как и обычные коллекции наших фасадных панелей. Также у нее замечательные замки, за счет которых вы можете использовать на весь периметр здания только вертикальную обрешетку, не используя горизонтальный. Фасад здания отделан новинкой 2017 года кирпич рижский. Одним из самых главных преимуществ является белый шов у этих панелей. Он во многом придает эстетику самому дому и делает его более объемным. Также сами панели выполнены в тех же самых пропорциях, что и коллекция туф, я имею в виду квадратную форму. За счет этого монтаж панели достаточно простой и быстрый. Кстати, облицовка самого дома была выполнена хозяином этого дома и его помощником. И они потратили на это всего 3 месяца, при этом выполняя работы только по выходным дням. Углы, дверные и оконные проемы смотрятся очень гармонично вместе с фасадом здания. Хозяин поступил достаточно смело, использовав такие необычные сочетания цветов. Ведь как обычно, светлый верх, темный низ. Но здесь же все наоборот. Итак, будьте смелы в отделке ваших зданий, а мы предоставим для этого все возможности. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш выпуск. До новых встреч!